9 мая – День Победы. Праздник воинской доблести, славы и героизма. В этот день абсолютно всех переполняют радость, гордость и в то же время скорбь. В годы Великой Отечественной войны каждая семья испытала тяготы и лишения. Преподаватели и студенты нашего университета с первых дней войны уходили добровольцами на фронт, работали в тылу и делали все, чтобы приблизить победу. Мы, в свою очередь, делаем все, чтобы сохранить память о тех, кто отдал жизнь за будущее нашей страны. Их имена навечно высечены в граните на университетской стеле. В знак памяти героического подвига наших солдат в университете были организованы акции. Это стена бессмертного полка, где каждый желающий мог оставить портрет героя своей семьи. И творческий марафон ко Дню Победы, в рамках которого студенты исполняли песни военных лет, читали стихи. Ревнивая, безжалостная память! Если вдруг согнет меня печаль, я до тебя тогда коснусь руками. Медаль моя, солдатская медаль! Я вспомню все и выпрямлюсь как надо, чтоб стать еще упрямей и сильней. Название поискового отряда нашего университета «Живая память» говорит само за себя. Ежегодно бойцы отряда находят следы погибших на поле боя солдат и оживляют память о них в сердцах близких людей. Для каждого человека, пожалуй, нет ничего трепетнее, чем пронести портрет своего героя по улицам и площадям города. Бессмертный полк показывает, что подвиг воевавших за Родину в годы Великой Отечественной войны не забыт.